Мои руки! Верни мои руки! Луки, средневековье, гномы, скелеты, маги и прочая всякая нечисть. Сейчас я только с луком разберусь, а то я его взять не могу, что-то нормально. Day two. Да чтоб тебя, деревянная ты палка. Day three. Я ее взял, гнутая ты палка, и полгода не прошло. О, так, надо теперь попробовать прицелиться. Как это делается-то, блин? Робин Гуди подштанники, я и стрелять умею, а чуметь? Проверю-ка я свою реакшн, насколько я быстр. И... опа! Быстро-быстро на следующую мишень. Так вот, следующая... давай, стреляйся! Есть! Если бы это был реальный бой, меня бы уже давно укокошил мечник. В упор подошел просто и сдырявил бы всего. Я как этот, чучело, чучело. Короче, в этом замке живет принцесса. Она выходит на вот эту террасу по ночам и смотрит, как я сражаюсь с дикарями. Ну, а днем она дрыхнет, короче, во. Ну, пока она дрыхнет, я могу потренироваться на всякий важный случай, если на нас кто нападет. В основном меня атакует подзапорная алкашня. Подзапорная. Наступила ночь. Я слышу дикие возгласы. А еще здесь король ночи. Он каждую ночь хочет похитить принцессу. И призывает для этого своих прислужников. Тик. Ух, промазал. Надо было еще потрениться. Ух, да, между ребрышками залетело. Щика-щика-дам-дам, щика-дам. Опа, еще ползет, смотри-ка. Хо-хо, ты видал, видал, как я его четенько так из-за камушка ходыбыщ. Опа. Лови подзатыльник. Блин, а жалко здесь кирпичей нету. Я бы с превеликим удовольствием на эти черепухи поскидывал бы красный камень. Очистись. Видал, да? У скелетов тоже есть душа. Сейчас-то мы их дырявенькую душеньку себе заберем. Вот так. И вот так. Короче, их души восстанавливают мой забор. И последненький. Перфекто. Ну вот и утречко настало. Сейчас души соберу. Так, вот последнее осталось. Не успел. 20 minutes later. Смотри, что у меня есть. Горящая стрела. Вот это мне подгончик замутила, принцесска. Всегда мечтал сжечь книгу охоты к силущников. Сейчас мы это замутим. Вот, отстой. Она не горит. Не обращай внимания, что на ней написана архитектура. Да начнется же ночь! Во, огонь! Попал в мельницу и началась ночь. Красава! Опачки! Лучники подтягиваются. Сейчас мы их поджарим. О, один уже горит. Fire dance, fire dance. Ах, поту... опа, не понял, кто это мне в бочину воткнул. Эй, Васа, ты не приоборзел ли? Лови в шишку. Да блин, не могу попасть, да что ж такой ты... Повсюду лезут эти бомжары, костлявые. Да ты посмотри, что эти лучники делают, обоссаны. Они издалека по моей этой воротище бьют. Уже полворотины разворотили. Скотобазы марзопакостные. Сейчас я вас всех подожжу нафиг. Чё-то у меня какой-то полный ездец здесь наступает. Так, надо не профукаться перед принцесской. Ой, капец, воротам сейчас будет. Так, ребята, давайте-ка устроим фаер-шоу. Души мне свои отдали. Починить ворота надо, блин. Сейчас. Так вот. Лови душу. Лови. Словилась. Надо еще парочку поймать. Долбаные лучники. Как они меня напрягают. О, да. Наконец-то эта ночь закончилась. Я уделал всех этих скелетов. О, погоди-ка. Что это мне дали? Сено посадили. Чума. Сено, сено. Сейчас я его сожгу нафиг все. Ух, как горит круто! Офигенно! О, и здесь тоже посадили! Кошерно-то как, а! Все, сено сжег! Вот я тупица, нафига я его сейчас-то сжег, оно же не вырастет, блин, за ночь-то, ну ай! Луком себе по лбу! Вот я тупица вообще!
просто все просрал. Жевать мне теперь жженое сено. Оно сутки будет восстанавливаться, капец. Буква Т на барабане. Тактика. Создай себе сложные условия. Вы чё, черти костлявые, не понимаете, что ли? Вход запрещен. Вы фейс-контроль не прошли. Опа. Чё за музло? О, Басяо. Басяо вышел, надо его поджечь. Вот где сено мне бы пригодилось, которое я спалил, ёкарно, им жевать мне теперь это сено нафиг. Чё-то я очкую, Славик, слышишь? Там Басяо уже совсем рядом. Здесь уже ломятся ворота. О-о-о-о-о-о. Чё происходит, маг, ты офигел, что ли, фаерболы пулять? Да чтоб вас понос накрыл. Чё вы мне здесь за дичи устроили? Басяо, смотри, как хорошо его там штырит нормально. Всяко разно влево-вправо, как рокер. Все, кажись, кобзда принцессе. Надо делать ноги отсюда. Эти скелетроны изо всех щелей просто ползут. Еще их вон тот Басяо воскрешает, козлина. Ой, все, короче, да. Воротное днище пробито. Я сделал все, что мог. Ребята, что-то вас слишком много, слушайте, на одну принцессу. Ой, у меня сейчас есть палочка Гарри Поттера. Точнее, стрелка Гарри Поттера, или как она там, горящая палка, короче, во. Че, я походу вам вообще уже ничего не сделаю, да? Тогда я валю. One hour later. Я пришел за реваншем, чтобы оторвать ваши скелетотные ноги, затолкать их всех в щель Басяо. Короче, неважно. Когда я сражаюсь, у меня плохо мозги думают. Нужно победить босса. Токсичный кабан, блин, не пробить его стрелами. Иммунитет у него пишется. Воу-воу-воу-воу, костлявые додики, а ну стопэ, куда это вы собрались? А ну не ломать мой забор. Кайфуем мы с тобой, кайфуем. Завязывай уже тут дэнсить. Наконец-то, неужели я его ушатал? Осталось только с мелочью разобраться. Ну все, принцесса мне теперь должна дать эту медаль за отвагу. Вон она за три принцессы стоит. Эй, лови плюху. Сейчас я как заряжу. Да не, на самом деле, ей вообще по барабану. Эй, тетка, привет, помаши мне ручкой. Эй, на самом деле, мне иногда кажется, что там манекен какой-то стоит. А, вот ты где шкерился. Все. Аллилуйя. Да будет... О, новый лук. Да будет новый лук. Спасибо тебе, принцесса, за подгончик. Так, эту гнутую палку оставляем здесь, на свалку. А это я возьму... О, какой он красавый, вообще металлический, какие-то окантовочки даже есть. Ну все, я теперь гроза скелетаторов. Шатал я этот лук на тебе, принцесса, нафиг он мне вообще сдался, на нем даже нету этой штуки лазерной, как мне метиться теперь? О, нифига себе попал. Короче, нет теперь этой полосочки, куда стрела полетит. Наугад, считай, стреляю. Я же не совсем конченый Робин Гуд, вы чё? О, попал. Или может все-таки Робин Гуд? Смотри, 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 у меня тут какой-то мелкаш появился, типа, говорит, подними лук и будет тебе что-то чудо какое-то. Что-то нифига не происходит. Лунная призма, дай мне силы, чтоб тебя, нифига не работает, мелкий. Чё за дичь ты мне показываешь? У меня тут вообще война идет, а то эта тема не фурычит. Сейчас я своими дрожащими руками раскидаю этих скелетонов. Ты посмотри, как у меня стрела трясется, это капец, просто после пьянки как будто вышел на работу. Фух, рассвет, наконец-то. О, смотри-ка, что мне подгончик какой намутили. ТНТ. Теперь у меня есть динамит. Буду подрывать нафиг бочечки вместе со скелетончиками. Очуметь. Надо бы уже сено поджигать. Сейчас пробнем. Возвращайтесь в пекло, костлявые. Ты смотри-ка, живчики какие, надо их добить бы. Да, с таким луком-то добьешь. О, и двух часов не понадобилось. Луна, чтоб тебя, дай мне сил. Кидай мне эту. О, спасибо, спасибо, Луна. Я тебе премного благодарен. А что со мной происходит? Смотри, все замедлилось. Офигеть, я теперь как в матрице. Да. Типа порадовался и хватит, да? Ну, спасибо тебе, Луна. Чё это лук у меня светится? Призывая молнию. Да чтоб вас, блин, как-то работает хиромантия. О, спасибо, спасибо, да-да-да. Понеслась жара. А, не, ну по-моему это слишком медленно, да?
В этом слоу-моушен я скорее посидею, чем стрелы до скелетонов долетят. 2 hours later. Новенький подгончик. Смотри, смотри, что сейчас будет. Видал, да? У меня теперь ледяные стрелы есть. Чудеса. Так, а лук можно? Не, не фурыч так. Бедная моя косоглазие, я ж вроде ровно в мишень попал. О! Айс, айс, бэйби. Еее, остужайтесь, скелетоны. А, я чувствую себя прям волшебником. Лунный свет, дай мне силы. Спасибочки. Полетели стрелочки. Блин, ну это слоу-моушен, оно просто убивает меня. В топку, короче, луну просить о помощи лучше я так, по стариночке, без слоу-моушена. Ой, капец я косой. Стрелял в мага, попал в бочку. Так, 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 все. Минуточка молчания, надо сосредоточиться. Сосредоточиваюсь. Кьякупуто. Йоу. Мантра. Да фак, не могу по тебе попасть, я тебя сейчас подожгу. Поджарочку никто не хочет из скелета, а? Чувствую, мне сейчас настанет полный якорь. Сейчас бочечка меня спасет. Да чтоб вас опоздал, ёкарный скелетоны и волшебные эти палочки, я к... Да насрать, что я проиграл вообще, я вас сейчас все равно перестреляю своими луками и стрелами, магическими баночками, скляночками. Блин, сколько их, какая толпень идет. You are dead. Принцесса, тебе, короче, хана, все, давай прощаемся, пока. Или может тебе хэд зарядить? А, я скосил снова. Слушай, ну короче, походу не судьба, тебе погибнуть сегодня от моего лука. О, смотри, обгладыши дэнсят там. Ах, фиговый из меня средневековый лучник. Короче, пора на пенсию отправляться. Аллилуйя, щеколяка!